Не печалься, все пройдет, не растает сердце лед, только ты молись, только ты молись. Не находишь ты приют, и в душе не те живут, ты не унывай, ты не унывай. Сравнить тебя, родная, с источником я тайну знаю. Играет свет с лучом воды, луч — это я, свет — это ты. Моя любовь с твоей, родная, слились в одну. Я это знаю. Любовь — источник красоты, я в нем горю, но светишь ты. И нет прощанья для любимых, встречайтесь в царстве херувимов. Любовь — источник красоты, я в нем горю, но светишь ты. Любовь, как свет во тьме сияет, любовь духовно окрыляет. Любовь прекрасна, как цветы, любовь жива, и нет беды. И нет прощанья для любимых, встречайтесь в царстве херувимов. Любовь — источник красоты, я в нем горю, но светишь ты. Ты за меня молилась Богу, к нему тернистую дорогу. Мы вместе выбрали с тобой, и в Боге обрели покой. Чудные дела твои, Господи. Слышите эту песню? Помню, ехал я в 2014 году по Калининграду. Даже помню, сейчас какая-то улица была, улица Карла Маркса. Цвели каштаны. И что-то какая-то у меня была сложная ситуация в жизни. Слышу эту песню, и все, я начинаю плакать. Вроде мужик здоровый. Вот. А почему дела-то чудно твои, Господи? Прошло сколько-то? 8? Нет. 7 лет, да? Нет. Короче, сколько-то лет прошло. Слышите эту песню? Думаю, кто? Кто эту песню поет? Александр Старостенко. Представляете, как сводит жизнь вообще? Сводит жизнь. Он не просто поет, он даже чай сейчас пьет. Да. С лимоном. Да. Блин, контрсвет, плохой свет. Ну ладно. Мы потом еще с ним увидим. Я очень рад, что мое творчество хоть что-то помогает, полезно, что в жизни. Да, да. Поэтому. Так что это, слушайте и молитесь Богу. Обнял. Дорогие наши прихожане, дорогие наши подписчики нашего телеграм-канала, мы спешим поделиться с вами радостным известием. Дело в том, что все-таки у нас концерт, посвященный Николаю Чудотворцу, у нас состоится. И он состоится у нас 21 числа, 21 мая. Это воскресенье. В 13:00 возле здания администрации у нас будет находиться сцена. И что самое интересное, на этой сцене будут выступать
и Александр Старостенко. Это очень интересный музыкант, про которого пишет очень глубокие душевные, духовные песни. Вот также прилетит из города Калининграда Александр Варяг специально тоже на это мероприятие. Так что ждем вас с нетерпением. Приходите, мы будем рады вас видеть.